Всем добрый день. В процессе выполнения кварца винила с подложкой в замок, тут просто есть на объекте такой момент. Тут колонны железные прямо в пол. Ну, такая дизайнерская задумка. И вот мне обходить, видите, полукруглые вот эти моменты, то есть должен быть с минимальным зазором в 3 миллиметра. Здесь я еще просто пока не доделал. И вторая такая же колонна. То есть это портал в помещение. Сейчас покажу. Здесь будет кухня. Вот так вот. То есть вот такой будет портал. Здесь это получается гостиная с кухней. Соответственно, комната одна уже у меня там застеленная. Уже просто перенес вещи. Здесь тоже в коридоре все застелено, чтобы не ходить по чистому. Здесь будет второй санузел. И вот здесь комната. Процесс еще. Просто подошел, чтобы последний ряд подрезать. И здесь выгадать, чтобы как можно меньше расход. Плюс достаточно здесь частая повторяемость. Поэтому сортирую доски так, чтобы они не попадались рядом. Чтобы рисунок был более красивый. Как-то так. Да, вот здесь будет остров потом, поэтому провод торчит из пола. Вот. Все. Всем удачи.